почему-то опять решила продавать их. Где твой муж? Он же бил в грудь, что сам сможет обеспечивать вас. Что случилось такого, что ты опять идешь на рынок? Почему ты молчишь, Эмине? Ладно. Не хочешь, не говори. Я у него самого спрошу. Умут? А ну-ка. Снимай футболку. Снимай, снимай, снимай! Умут? Что это? Ничего. Упал, когда игрался с детьми во дворе. Нечаянно. Да, он упал. Ну-ка. Рассказывай мне все как есть. Я слушаю тебя, Умут. Это папа. О, если играть, то так и надо играть. Что ты несешь? Иди, сынок, выпей кофе. Иначе как ты вернешься домой в таком состоянии? Ну чего было напиваться, а? Иди уже домой. Сегодня был хороший день, хороший. Я убью тебя. Я убью тебя, ублюдок. Как ты посмел? Я убью тебя, мерзавец. Зачем ты избивал его? Зачем? Мерзавец. Зачем ты это сделал? Зачем? Хватит, хватит. Надоели вы мне все. И твой племянник, и твоя полуумная сестра. Все, наконец-то я избавился от вас. Избавился, все, с глаз долой. Что ты несешь? Я хотел сказать. Что ты несешь? Что избавился от вас. Смотри. Вот, решение суда. Документы у меня. Твоя сестра сумасшедшая. Теперь я хозяин всего ее имущества. Понятно тебе? Да? До сих пор ничего не понял? Все имущество Эмине принадлежит теперь мне. Я продам тот дом. Я всех вас выкину на улицу. Я избавлюсь от вас. Понятно? Избавлюсь от вас. Тебе понятно? Понятно тебе? Повтори еще раз. Я не понял. Давай, повтори. Повтори еще раз. Повтори, повтори. Я не понял тебя. Пустите, пустите меня. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.